мне зачитывать. У нас главный спонсор нашей выставки Наталья Леонидовна Незорова. Снегурочка, да? Я, наверное, буду благодарности зачитывать, да, и как лучше нам сделать? Как хотите. Пару слов для истории. Ага, Наталья Леонидовна, я вас прошу, вы пока поздравите, я немножко разберусь, потому что правда так, начинки вот сейчас. Всем здравствуйте. Вообще, конечно, я не генеральный спонсор. Генеральный спонсор – это консультанты Oriflame, которые вам сегодня приготовили подарки. У нас есть офис, он находится на улице Луначарского, 10, в магазине «Элита». Мы просто бросили клич всем неравнодушным людям, кто любит творчество, кто любит творческих людей. И консультанты откликнулись на наш клич и приготовили вам подарки. Я сразу вам скажу, подарки разные. Мы не требовали какого вот одинаковости, да, то есть мы просили, вот как от души человек хочет, так он и принесет. Поэтому подарки разные. У кого-то может быть побольше, у кого-то поменьше, но тем не менее всем 35 человекам подарки у нас сделаны. Ну, я хочу в свою очередь поблагодарить вас. Я вообще очень сама творческий человек, я хорошо вижу. И поэтому я знаю, что такое творческий труд. Это когда вот получается, потом снова распускаешь, например, и снова вяжешь, что-то не получилось и так далее. И я рада, что вы, вот находясь в сегодняшней ситуации, все-таки еще оставляете вот такую капельку для своей души, вот именно вкладывая ее в творчество. Потому что жизнь сегодня не очень легкая. Но тем не менее, я вас благодарю за то, что вы о себе не забываете, о своем творчестве, о своей любви вот к конкретному виду труда. Поэтому я хочу вас тоже поздравить с Новым годом. Я думаю, что Дед Мороз вам принесет еще много подарков до Нового года. И хочу предоставить слово своему мужу Александру Клумину. Он тоже тут руку тянет. Спасибо, что дали слово. Вы знаете, у меня о творчестве скажу. Мне нравится очень фраза. Я где-то ее однажды услышал, но она мне так легла на душу. Она спорная. Но она звучит так: искусства нет, есть художники. Так вот, все мы в душе художники. В том или иной мере. Господь так нас создал, понимаете? Мы все творческие люди. Кто в своей профессии, кто дома. Кто, закрывшись одеялом, мечтает, думает, пишет, это здорово. Поскольку я сам рисующий человек, я здесь не был на выставке, но я был уверен, что здесь мне понравится. И я знал, что здесь художники собрались. И с удовольствием всегда прихожу на эти выставки, неважно где и в каком городе, какая выставка, знаешь, что там есть душа, там есть... То, к чему тянет, понимаете? Вот тянет смотреть, видеть, наслаждаться, потому что в каждом рисунке, в каждой поделке это душа. А когда душа живет, она нам дарит много-много всяких приятностей и удовольствий. Поэтому я вам очень за это благодарен. И моя вам благодарность. Вы знаете, подарки – это вещь приятная. Но я бы хотел, чтобы вы... не думали о том, что вы творите за что-то. Вот хотелось бы, чтобы вы творили и дальше, и чтобы вы не стеснялись и дали нам возможность увидеть ваши работы. Поскольку многие проходят мимо, мало кто заходит, всего 100 человек. Да? Но тем не менее, морозы помешали, да, я думаю, что вы не делаете работы, как там говорят, в ящик, да? Да, не складывайте, дайте нам возможность их увидеть. И тоже присоединяюсь к поздравлениям всех, которые выступал. Всячески вам творческих успехов и удовольствий в Новом году. С праздником, с наступающим вас Новым годом. Сказала маленький нюанс. Интересно то, что у нас на выставке приняли участие дети от 2 лет до 70. Вот есть рисунки детей, вот они на задней стеночке на нижнем ряду, где детки там 2-3 лет. И очень оригинальные рисуночки, тем, что они сделаны пальчиками, ручками, пяточками и полосочками. Ну вот. Сейчас тогда мы начнем более такую приятную часть нашей выставки.
участие нашего закрытия. Итак, я не знаю, как вы будете разбираться, когда вы... Нет, у нас все четко, у нас все подписано. Да? Вы свои сейчас. А я думаю, те же самые будут два раза поднимать, просто каждый. Нам не найти, по-другому. Да? Как правильно, лучше тогда сделать. Тогда давайте лучше вы говорите, я быстрее найду. Да, так, наверное. Давайте, вот так будет лучше. А здесь все собрались, которые были приглашены, да? Ну, почти, ну, нет, не смогли. Вот я поняла, с 14, со школы 14 нет преподавателей. Бычугодская школа есть? Вот Бычугодская школа. Коллективных, видно, работ таких нет. И, наверное, у нас Красноборска нет. У нас, видите, там вот есть красноборские ребята. Собачьи ребята, художники есть. У нас приготовлены подарки. Наши, вот как бы, по творчеству. Мы из Бычугодска можем передать. А, да? Угу. Но я не знаю, это как... Значит, вот смотрите, мы принимаем решение всегда, когда делаем подарки, личное присутствие человека, да, потому что, в принципе, подарок делается не в воздух ведь куда-то, а конкретному человеку. Поэтому все, кто сегодня здесь не присутствует, и кого вы лично знаете, вы можете передать, пусть они подойдут к нам в офис. Лоначарского, те, кто не 10. Могут ходить, мы тем передадим. Да, то есть мы с господином Мининым тут вопрос решили, кто не может ходить, например, да, мы им передадим. Остальные все пусть подойдут в офис за этими подарками, но до 31 декабря. Потому что мы потом их просто расформируем, а мы отдадим людям или подарим другим кому-то. Значит, мы сейчас зачитываем, мы вообще подарок сейчас продадим вам. Значит, мы будем вручать подарок, а я бы очень хотела, чтобы вы назвали самое свое лучшее качество, вот которое вы можете про себя сказать. Потому что когда вот мы обычно, мы плохого про себя можем много сказать, а вот хорошего очень, очень тяжело. Поэтому вы пока сидите, думайте и будьте готовы. Значит, мы зачитываем фамилию, кому и от кого. Значит, у нас вот вложены вот такие вот листочки. Если вы хотите поблагодарить конкретного человека, вы можете через нас связаться. У нас очень простой телефон в офисе, 27080. Мы дадим вам телефон этого человека, и вы можете лично его поблагодарить, если захотите. Это Красноярск. Мы просто сейчас все подряд читаем. Кто есть, тот, значит, выходит за подарком. Итак, Петрову Владиславу от Крумина Александра. Так, нет, да, Шиловский Сергей. Есть? Так, фамилии не забыли, вот листочки достают. Да, потому что Юля вот тут нам написала. Так, Селивановой Галине от Невзоровой Натальи. Так, подождите. Подходите, до Селивановой Галина. Так, вы сами Галина или да, вы заработали? Сама. Галина, одно хорошее слово, хорошее качество о себе. Она очень трудолюбивая девочка. Нет, пусть она сама. Она не надо бояться. Не бойтесь. Это ваша минута славы. Ну давай, Галина, скажи, я? Я хорошая, скажи, Галина. Молодец. Давайте, Галина, мы тоже тебя поздравляем. Получается, это просто всего благодарность. Молодец. Так. Значит, Цветкова Нина. Нету. Нет, да. Она почему-то не подошла в 54-ю школу, хотя бы не так, Степанова Екатерина. Мама. Пожалуйста, мама, проходите. Итак, Степанова Екатерина, Екатерина Наталья. И готовьте сразу хотя бы тогда несколько слов о дочери. Скажите, кушайте. Так, вот вам подарок, кстати, учите. Сразу, конечно. Несколько слов. Трудолюбие. Целеустремленность. Давайте похлопаем. Вы знаете, Оля тоже передала, мне не подписано. Смотрите, я найду еще вот Степановой Кате есть подарок от Ольги Валерьевны Жутихиной от общества. Так, Титова Людмила Борисовна. Людмила Борисовна, вы сами? Да. Хорошее слово о себе. Хожу в хор «Северяночка», очень люблю петь. О, молодец. «Северяночка», хорошее слово. Людмила Борисовна, мы вас тоже поздравляем. Спасибо. Так, Воронцова Мария от Подсекиной Юлии. Воронцова Мария. Мария, это конкурс рисунков, это Бычугодский. Так. Теперь Сараченко Андрей от Подсекиной Юлии. Тоже Бычугодский. Саша, ты вот эти бы убрал, блядь, по конкурсу рисунка. Потроковая Леня от Подсекиной Юлии. По конкурсу рисунка здесь мало. Вот, ну вот уж не подряд, что не учитываем. Так, Бабошин Сергей от Дарственной Надежды. Так, разворачивайся туда. Поздравляем тебя, Сергей. Хорошее слово. Хорошее слово, Сергей. Я люблю заниматься творчеством.
любит заниматься творчеством, творческий человек. Сережа, тебя поздравляю. Сережа очень творческий человек. И вообще их группа, она, знаете, такая сильная, такая дружная, такая крепкая. Вот у них есть тут предводитель, она еще выйдет сюда к нам, да? Вот если ей дашь задание, она обзвонит всех. Вот она, я ей сказала, она их всех пригласила. Сережа у нас дисциплинированный, да, Татьяна Витальевна? Вообще очень такой хороший, трудолюбивый мальчик. Малков Никита. Есть, да, такой. Лиза, Лиза. Это сестричка будет, наверное, сестричка, да? Да? Так, братику передашь. Так, на, держи. Тебе, наверное, что-нибудь перепадет. Тоже. Так, а братике что-нибудь хорошее скажи. Самый лучший, да. Вот, наверное, это конструктор, да, это ему передали подарок. Uh-huh. Так, Истомин Глеб. Так, Сережа, это папа. От кого? А вот Невзорова Елены. Это моя сестра. Так, Сережа, подождите, подождите. Так, так, а сыне Борусов. Он маленький еще, я знаю. Маленький, да. Красивый парень, хороший, uh-huh, умный. Ему уже 3 годика всего, да? Да. Где-то да. Томилова Арина от Поповой Татьяны. Томилова Арина есть? Нет. Шикарнейший подарок. Ступакову Никите. Есть такой? Нет. Яковлева Евгения. Есть? Подождите сейчас секундочку. Наталья Леонидовна, можно секундочку туда? Хотят с вами попрощаться? Да. Уважаемые друзья, я, к сожалению, вынужден, потому что дел еще не в проворот. Ну нет, мы понимаем все, да, что человек на работе, и поэтому, конечно... Есть ли какие пожелания для вас, пожелания? Спасибо. Вы знаете, у нас еще будет такой небольшой сюрприз, розыгрыш. Хорошо. Ну, мама за нами тоже. Спасибо. Так. Пау Ольги от Елсаковой Натальи. Сказать? Да, конечно. Я все люблю. Людей и стены. Все перечислить не смогу. За то, что я сегодня с вами, перед Всевышним я в долгу. Дай Бог вам всем побольше силы и долгих добрых светлых лет. Живи! И радуйся, Россия! Нет, это я знаю, как надо переделать. Ага. Живи наш Центр народного творчества и всем дари свой добрый свет. Так. Дальше. Мы тут загородили вообще. Лебедева Екатерина. От Молодцовой Людмилы. Так, Тюша. Вы сами, да? Да. Так, о себе заявите мне. Я трудолюбивый человек, люблю трудиться, люблю ребят Центра социального обслуживания. И желаю всем на Новом году быть красивыми, счастливыми и добролюбимыми. Хорошо. Так, замечательно. Шереметьева Алине. Так, это папа, наверное, да? Так, Шереметьева Алина и Невзорова Елены. Смелый человек. Какой? Смелый. Смелый. А сколько ей возраст? 3 годика. Смелый человек. 3 годика. Так, это у нас кто? Шереметьева Алина. А нет никого, да? Там есть, папа. Папа, папа здесь, да? Вот мы еще хотели доктор. Подождите. Ой. Оля Валерьевна тут привезла, а у меня не подписано. Это ей. За участие в конкурсе рисунков. Патрова Екатерина. Это тоже Сочеводская школа. Так. Зайцеву Виталику. Болезненной Ирины. Это тоже Сочеводская школа. Да? Я думала, у них руководитель предмета заберет. Но... Так, Кононовая Ольга. Вот нас.
Так, Оля, не уходи, подожди секундочку, пожалуйста. Так, она пока скажет о себе. Да, она пока скажет. Я веселая. Веселая она. Она у нас еще молодница шикарная. Оленька, мы поздравляем тебя, это тебе благодарность. Так, Шутихина Ольга. Нет, ее вот она. Вот тоже есть. Так. Вяткин, извиняюсь, Виткей Эрнест. Да. Это ну, тоже с Чеботской школы. Нет, да? Так, вот это Линда, у меня это. Диана Андрей. Тоже. Я по фамилии уже и помню, что они вот этим стенники и рисуют. Так, Воронцова Маша. Тоже Мария. Ага. Колупаев Даниил. Это рисуночки. Это, по-моему, мальчики из Саватии. Вот его там рисунок. Нагибин Иван. Вот Нагибин Иван у нас есть. Хорошую. О себе несколько слов. Ну, я больше спортивный, чем такой тигр. Ну, это здорово. Ну, больше на тигра похож на уссурийского. Он классный. Все, мы подойдем, еще не включила. Вот тигра мы видим. Видишь, полоска оранжевая, полоска черная. Иван занимается лозоплетением. И я его так приглашаю к нам на кружок, а он меня подводит. Он пришел один раз и опять сейчас пропустил. Не, не надо, мне сейчас пропустить. Надо ему заказ сделать какой-то. Иван, да. Находи время, потому что ты у нас единственный, который можешь продолжать это направление. Теперь. Костин Артем. Нет, это тоже рисуночка. Порохин Артем. Порохина Артема нет. Нет, да? Ага. Это и нужно говорить. Так, Тихонюк Иван. Тоже нет. Угу. Так, Плужникова Оксана. Это наша. Так, поворачивайся. Говори про себя. Хорошая, помнишь? Она хозяйственная. Она любит племянницу свою. Ходит с ней нянчиться и помогает брату своему, да? Да. Еще она скромная, наверное, да? Да, да, да. Оксаночка, мы поздравляем и вручаем тебе благодарность, что ты у нас была участником выставки. Давайте похлопаем. Так, Коваленко Ирина. Так, еще у Ирине есть приз. Да, да. Сейчас. Стесняйся. Я стеснительная. Ну вот и хорошо. Тоже хорошее качество. Да. Ее в следующий раз помогу. Хорошо. Подожди, пожалуйста, Ириночка, не отходи. Здесь вот еще есть тебе подарок. Сейчас я только его найду. Вы сказали часы, да? Потому что Олечка у нас так вот. Вот. Олечки, ага. Олечки, да, ее нет, и поэтому я не могу разобраться. Она тут телеграммой такой послала, потому что очень. Поэтому мы вручаем тебе от общества, от городского общества, такие красивые часы. А от нашего центра народного творчества мы вручаем благодарность за участие в выставке. Малышева Ольга. Есть? Нет. Нет, это тоже по-моему в рисунках. Шереметьева Алина. Это тоже вот рисуночки у Алины. Нет, да? Есть. Есть, есть, да? А, вручали дважды, да, получилось. Очень хорошо. А там точно, потому что мы могли перепутать. Посмотрите, там посмотрите, подписано. Фамилия как написана. Я, может, зачитала не так. Гур доктора, я-то потому что... Шереметьева Алина. Графа Шереметьевой больше нет. Вручай. Вручай? Конечно. Это от нашей дочки. Как судьба распорядилась. Так, это от нашей дочки. Она долго готовилась. Сколько Ариночке? 2-3? 3. 3 годика. Видите, у нас самые юные участники, поэтому хорошо. Так. Корнилова Тамара. Нет, нет, да. Да? Ой, жаль.
Тамара Клавдина приходила со своей группой, с большой поддержки на выставку. Ой, человек 5 пришло, не так. Тут хорошее пожелание очень написали, хвалили ее, потому что она не знает, чем она занимается. Но вот это ее красивая картинка на пластинке. Я не дома. Это она разрисовала. И вот у нее набор, и вот это прихваточек. И на чайник.